Уже почти три столетия надзорное ведомство стоит на страже закона, защищая конституционные права и свободу человека. Без преувеличения можно сказать, сегодня без хорошо организованной системы прокурорского надзора невозможно представить по-настоящему правовое сильное государство, каким является современная Россия. Для первокурсников юридического факультета колледжа при филиале Дагестанского государственного университета в честь празднования Дня работников прокуратуры была проведена встреча с работниками данного подразделения. Действительно, у нас праздник 296 лет с момента образования Российской прокуратуры. Если говоря просто одним понятием, Российская прокуратура была создана как око государево. Вы понимаете, наверное, что это означает. То есть Петр I создал Российскую прокуратуру для того, чтобы эта система органов осуществляла надзор за всем происходящим в государстве. Очень радует, что филиал Дагестанского университета выпускает действительно грамотных студентов, потому что сейчас уже в своей работе я сталкиваюсь с работой выпускников ДГУ, филиала ДГУ Хасавюртовского. И действительно они на голову выше, по крайней мере, других студентов. Это я говорю не потому, что я сама закончила, но это заметно бывает в работе, в документах, которые они приносят, оформление этих документов. То есть все равно теория, она дает о себе знать и на практике тоже проявляется. Приглашенные гости являются выпускниками филиала Дагестанского государственного университета, которые в свое время окончили университет с красным дипломом и на сегодняшний день работают на высоких должностях. Заместитель прокурора города Хасавюрт Магомед Мажидов в ходе беседы привел множество примеров, с которыми им приходилось сталкиваться во время учебы и работы. В свою очередь, бывший студент филиала Дагестанского государственного университета, ныне старший помощник прокурора города Хасавюрт Ринат Хамавов рассказал о специфике работы, проводимой ими на сегодняшний день. Регулярно проводим эти проверки в различных органах, в администрации городской нашей, в правоохранительных сферах. Проверяется ежегодно каждый муниципальный или государственный служащий, он обязан представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе, которое у него имеется, своему представителю работодателя. И мы ежегодно эти сведения проверяем на достоверность, насколько он полноту представляет указания всех этих сведений об имуществе, о его доходах, других каких-то вспомогательных доходах. Свой же профессиональный праздник все работники прокуратуры получают поздравления от руководства, коллег и друзей. Пожелания и успехов на работе и много теплых слов выразили и студенты. Руководство колледжа отмечает, что встречи учащихся с работниками правоохранительных структур положительно сказываются на учебном процессе студентов. Повышается интерес к той или иной дисциплине и к самой профессии. Конечно же, хотелось также пожелать как и вам, так и нам, чтобы ваша работа только процветала и шла вперед. И, естественно, чтобы вы наставляли нас на верный путь и передавали все свои знания нам. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».